подъехали к нашему первому храму на сегодняшнем пути. Этот храм называется Преруб. Он, кстати, очень хорошо сохранен. Переходим дорогу по кхмерским обычаям. Смотря по сторонам, нужно предъявить билетики. Не забывайте с собой билетики. Кроме охранника, вас еще встречает куча продавцов. Поднимаемся по этим сумасшедшим высоким ступенькам. Тут за девушек иконок. Вот эти есть в шляпках. Посмотрите, какие высокие ступеньки. Но так как сейчас еще утро, не очень жарко, можно, конечно, подняться. Подняться-то, конечно, легко. Вот как спуститься, не знаю. Но я не сдамся. Смотрите, какой красивый храм. Вот я уже почти дошла до животных. Это какие-то лисички. И там просят лазить очень осторожно. Ну и вот 4 слоника стоят вот такие по периметру храма. Это наш храм Тасом. Он маленький и очень похож на тот, которым снимали Лару Крофт. Нужно показывать везде билетики. Смотрите, какие здесь корни деревьев тоже. Радует то, что мы сейчас находимся в тенечке в лесу.
Мы решили сначала храм обойти внутри, а потом снаружи. В храмах живут собаки и летучие мыши. Меня сегодня одна чуть не таранилась. Здесь очень пахнет ананасами. Толпа уходит, мы идем туда, меня это не может не радовать. Доносятся звуки музыки. Надеюсь, они создадут нам атмосферу. И к храму идти прилично. Смотрите, какой загадочный пруд. Ой, там цветут лотосы. Находится на островке, а вокруг пруд или озеро. Ну и конечно. Китайцы уронили шляпы. Лес постоянно меняется. Дошли мы таки до храма Ниакпек. Это буддийский храм, как я уже сказала, находится в центре водоема. И вокруг этой башни должны бы быть змеи. Остались остатки змей. Там осталась какая-то пещера. Лавочка маленькая. Висят лианы. Здесь кто-то живет, лёжки в гамаках, ходунки детские стоят. Около буддийского храма Ниакпек находится еще один маленький храм. И моя подружка есть манго, а я решила пройти к нему. Я здесь сейчас совершенно одна. От него мало что уцелело, но тем не менее можно пройтись посмотреть, что здесь есть. Почти ничего. Одна галерея и стены. Я здесь совершенно одна.
Он находится совершенно в стороне от всех храмов. Последний храм на сегодня у нас Приакхан. У него тоже несколько выходов. Нужно быть осторожным. И здесь тоже есть пруд. Нас встречает Сирко. У них у всех отбиты головы. Нет, почти у всех. Вот трое с головами. Но здесь отбиты лица. Они такие мощные, все огромные, держат канаты. И на той стороне сидят такие же красавцы. Плечистые. Такой вот шикарнейший мост. Шикарное дерево. И вот еще клевые деревья и вход в храм. Здесь такие опять место, где была установлена линга. А вот, по-моему, и стоит сама линга. Священный фаллический символ. Реставрацией камней занимаются китайцы. А камбоджийцы только убирают после них. Вау, посмотрите, какая прелесть. Можно пролезть сквозь камни. То еще приключение. Надеюсь, здесь нету змей.
И вот так вот камбоджийские школьники проводят уроки истории. Нескончаемый поток детей за знаниями. Хочу вам показать немножко поближе это дерево. Вы только на него посмотрите. Дерево в дереве. То, что создано людьми, храмы и деревья созданы природой. Смотрите, все корни наверх. И вот так вот выглядит корень дерева с внутренней стороны. Какая красивая резьба. И дерево уходит вверх. В общем, вот нам охранник говорит, что этому дереву всего 200 лет, и оно еще бэйби. Oh, okay. It's some temple here. Yeah, yeah. This is an original, the queen of Cambodia. Mm-hmm. Yeah, that's the name, Antaratevi. Yeah. Mm-hmm. And why the king, Jayavarman, number 7. Two white lady and the sister, or a young sister of Amoy. Okay. Young sister, your name, and Jay Devi. Original, the same. And I had the queen, original, and I had the eye, and the chain, and the diamond. And I want the picture, you fly, put the picture. Фигурка женщины, они очень красивые, вы только посмотрите на это. Но замок завалился или храм завалился, и ее не очень хорошо видно. Апсара. В общем, это апсары, а те две фигурки это были королевы. Сестра Джавайармана VII и жена Джавайармана VII. А здесь теперь пришли детишки и стало вообще хорошо. Еще нужно сюда куда-то залезть. Блин, я постоянно лажу. Здесь видно только корень. А, ее видно на стене. Вот смотрите, вот она здесь на стене. Ой. И здесь. В общем, проходим с детишками. Урок истории нам привела папа. А детки пришли со своей школы. А здесь у монаха идет. Завязывает веревочки на удачу. Еще 5 оригинальных апсар. Смотрите. Они здесь. Без полицейского этого не найдешь. Надеюсь, змеи здесь не лазят. Вау. В общем, полицейские вам это все показывают не бесплатно, потом просят денег, но оно того стоило. Возвращаемся назад. Здесь у нас фигурка Будды разрушенная и ступа.
Хочу вам таки показать сегодня ступу эту. Такая маленькая стоит в центре храма. Детишки оживили храм. Вау, посмотрите с этой стороны. Что здесь, какой барельеф на стенах. При Акхане здесь целая галерея, смотрите, из апсар и этих обезьянок. И здесь наконец-то линга, фаллический символ. Девочка немножко споткнулась, ударила ножку. Нужно здесь ходить очень осторожно, вы просто посмотрите. Уже более восстановленная часть храма. Смотрите, какие высокие потолки, отстроенные колонны. И вот так вот колонны восстанавливают. Кому понравился храм, ставьте пальцы вверх. И здесь выход. Здесь стоят два огромных истукана, а на том входе стоял один. Значит, мы должно быть, вышли правильно. Храмы закончились. Сейчас поедем попьем кхмерского кофе. Сейчас только, по-моему, около 2 часов или час. У нас еще уйма времени. Мы вечером уезжаем ночным автобусом в Сиануквиль. Автобус у нас, по-моему, в 8:30. И до половины или до 8 часов у нас еще уйма времени. Вау! А здесь все выглядит немножко по-другому. Здесь еще у нас типа фонарики. И это западный вход в храм При Акхан. Здесь, кроме тех ребят, которые держат канаты, есть еще вот такие вот лампы. Приехали с нашим тук-тукером выпить кофе. В этой кафешке мы уже были. Посмотрите, какая здесь деревенская обстановочка. Что может быть лучше? Это недалеко от храма Ангкор-Ват. Можно полежать в лежаке, в гамаке. Можно перекусить, можно выпить кофе. Сейчас проедем опять мимо слоновой террасы.